почему объезжаемся? Площадки, которые в этом году сделаны, мы сейчас 30-го прошедшего месяца закрываем эту программу и принимаем. Администрация как раз должна подписать соответствующие документы. Яркая игровая зона с горкой, качелями и песочницей, новое покрытие и удобные скамейки. Благодаря программе по комплексному благоустройству дворовых территорий на улице Юбилейной 1 в Медвежьих озерах теперь есть все для удобства как детей, так и взрослых. Программа по благоустройству включает в себя несколько основных пунктов. Оборудование парковок, установку контейнеров для мусора, обновление уличного освещения, лавочек, урн, а также ремонт детских игровых площадок. Наведение порядка тоже является необходимым условием для создания привлекательного облика обновленной территории. Все подрядчики в один голос говорят, что мы это сейчас доделаем, где-то земли привезти, где-то убрать спиленный сухостой, где-то убрать старые бордюры, навести порядок, иными словами. Важно отметить, что адресный перечень дворов губернаторской программы по комплексному благоустройству был сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Всего в 2020 году в городском округе Щелково благоустроили 14 дворовых территорий. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.